Всем привет, это Тим Ризу, и сегодня мы снимаем, угадайте, на что? Перекат на попе всеми любимый, который может связать любые проходки, любые трюки. Вы можете делать трюк в точке А и трюк в точке Б, и между ними вместо того, чтобы бежать, можно катиться. На жопе. Трюк называется карт спин. В основном этот трюк используют танцоры, бибой, часто видел, да, бибоев. Короче, очень классный трюк для коннекшенов, он сконнектит все ваше неконнектинское коннекшнс. Первое подводящее. Делаем колесо. Колесо делаем не вот так, а вот так. Для того, чтобы вот так сделать, плечи должны быть наклонены вперед и делаем все по линии. Далее делаем все то же самое, но только с согнутыми ногами. На корточках. Колесо на корточках. И приземляемся на корточки. Выглядит оно как у гнома, как у Саши. Я не гном. Второе подводящее. Делаем то же самое колесо с согнутыми ногами, только ставим одну руку, дальнюю. Сейчас покажу. Третий этап. Приземляемся в пистолетик. Правая нога у меня как можно ближе подтянута к попе, а левая нога вытянута, плечи сзади оказываются. А теперь сам подъем. Вес тела переносим на левую руку, продолжаем движение ногой в сторону и встаем. Ну и все, теперь все соединяем и делаем это очень плавно, как масло по сыру. Ну ладно. Что ты делаешь? Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, учитесь этот трюк, снимайте видос, присылайте нам в Instagram в директ, отмечайте нас, мы вас перерепостим к себе в истории и шоу.